Уважаемые подписчики, здравствуйте. Перед вами растение крушина ломка фастигата. Я его еще называю садовый бамбук. Оно пирамидальной формы, растет хорошо, без подмерзания. Этому растению уже где-то года 4-5. Вот, куплено было в питомнике. Вот такая интересная у него пирамидальная крона. То есть, кто хочет посадить у себя бамбук, чтобы напоминал его, можно садить. То есть, она вот такой будет узкой формы. Красивая, не раскидиста. Подходит для ландшафтного дизайна. Вот. Всем рекомендую его посадить. Очень интересное, красивое растение. Листья напоминают бамбук. Крушина ломка. Сорт фастигата. До новых встреч. Комментируйте, спрашивайте.